Всем привет, друзья! С вами Лена. Мы сейчас я снимаю видео для того, чтобы зафиналить наш контрол. Вот. Мы босса Хартмана уничтожаем, который всем вредит. Это особенно этому дому. А вот победим его и пойдем к другому дому. Так что, друзья, поехали. Я хочу поменять оружие. Мне нужно... Так, выброс я оставлю. Так, осколки у нас что такое? Осколки? Осколки, ага. Давай вместо осколков... Кстати, осколки. Что тут у нас можно вытащить? Прибавка урона. Урон при низком уровне здоровья. Урон. Отлично. Урон брони от оружия. Броня... Я ничего не слышу. Я на секунду отвлеклась. Урон брони от оружия, урон брони. Какой брони? У него нет брони. Прибавка урона. Я ее вытаскиваю. И мы... Так, я не знаю, ну какое извращение. Хватка, может. Ну-ка, хватка, это что у нас? Быстро она? Да. Хватка. Прибавка урона. Усиление урона. Скорострельность. Так. Усиление урона. Усиление урона 15. А мы сделаем урон при низком уровне здоровья плюс 90. Вот. Вот, наверное, да. И чё, почему у меня... А, стоит нормально. Стоит. Так, наверное. Так. Send a ranger out. Director's orders. Let's do this. Я где-то застряла. Окей. Я сейчас немножко по-другому сделаю. Отлично. Сейчас что-нибудь мы придумаем, да? Как же нам его? Но оружие поменяло, оно быстрее стреляет. И урон быстрее, видели, да? Махом просто уходит. Меня слышно? А, да, слышно. Меня слышно должно быть. Так, и вот. Чё я это к чему говорю-то? Чему я это говорю?
Чем быстрее я его долблю, и рейнджер у меня остается плюс. Он потом будет мне помогать с этими с мужичками, которые будут появляться, да, Квити? Чтобы мне на них не отвлекаться. Вот. Ладно. Ладно. Где он? Где он? Ах ты, спрятался. Ой-ой-ой. Доски полетели. Доски полетели просто. Ужас. У меня не было этого, как его называют, усиление. Ну ладно. Ладно, хорошо. Сейчас чекну. Ой, простите. Ужас. Как-то так. Director Faden here. Dispatch a ranger to this location. Make way for the director. Как-то так, друзья. Давай. Так, поехали. Хорошо бы его убить сейчас, прям точно убить. И мне надо беречь усиление. Усиление. Очень сильно беречь. Без него мне никак. Ах ты моя мама. Где он? А где рейнджер-то? Я не вызвала рейнджера, что ли? Друзья, я вызвала рейнджера? Где он? Катина. У меня нету этой выносливости. Йохарасете. А вон он бегает. А ты чё ныкаешься-то? Он ныкает? Ещё деловой. Он сныкал, а вот все начал работать. Ну как? Поздно как. Тихо. Так, что-то он закашляет. А когда он кашляет, это вырывается у него фигня. Поняли, да? Он должен быть все вроде. Каюк ему. Каюк, да? Так. Прибавляем. Где? А, вон он. Оружие другое. Он со мной рядом стоит. Вот мама. Так, а какую мне надо? Там дальнюю, да?
Привет. Привет. Господи. Вот за это буду прятаться. Наверное. Ой, не вижу ничего. Так, сейчас пойдут малыши пойдут. Где они, кстати? Собаки, мои дочери. Собаки, мои дочери. Второй где? Второй-то где? Не вижу. Он куда-то стреляет. В меня? Кто-то стреляет. О. Ой, я промахнулась. У него полная хпшка. Меня слышно, да? А вон, вон, вижу. Ай. Поставь. Поставь. Уже. Ставь уже эту штуку, блин, не дай бог умрёшь. Осталось-то немножко. Ой, блядь, опять. С первого раза, что ли? Я постараюсь сейчас с первого раза. Очень сильно постараюсь. Господи. Может, еще выносливость поставить? Усиление энергии плюс 19. Повышение здоровья. Повышение здоровья. Может, появилось больше? Так. Ага. Восстановление энергии 39. Давай ее возьмем. Смотрим, что восстанавливается энергия мне быстрее. Ой, что-то все горит. Иди в баню. Где мой рейнджер? Опять не работает. О. Где? Иди ты. Yeah.
я близко подошла. This is Director Faden. I require backup at this location. Дюн. Send a ranger out. Director's orders. Make way for the director! Surround him! Что тут смертоносное можно взять? Огне опасное, не знаю. Где? Моего рейнджера взял. Зложники. Let's go.
This is the director. I need a ranger at this location immediately. Send a ranger out. Director's orders. Nice to see a director out in the field. Surround him! Thank you.
его убила? Хартман больше не побеспокоит Лэнгстон. Но нам нужен кто-то, чтобы руководить сектором расследования. И как на это смотришь? Видел это случаться с руководителем сектора? Нет, нет уж, спасибо. Директор, кажется, я получаю сигнал на терминале, предупреждение об AMS Bright Falls. Ну, может быть, это просто дата какая-то странная, 2 года вперед. Да, к тому же, вот так входящие сигналы. А может, он был активен до счета начала изоляции? Как началась изоляция? Там на месте есть агенты? Я сейчас проверю. Агент, полевой агент, наблюдает за местом происшествия. Так, ты должна быть там, она на прямой курсе всего происходящего, она... О, блин, я это сделала. Это финал. Наш финальчик подошел к концу. А, в смысле, контрол. Контрол подошел к концу. Все сдвинулись. Если сигнал тревоги настоящий, значит, на то есть причина. Причина порождает следствие. Это происходит опять. Возвращение. То есть это не конец еще. Тебя предупреждали. Это происходит опять. Тебя предупреждали. Закончилось. Вот такой финал. Это наш финал. Я его как-то победила. Я его смогла как-то победить. Интересненько. Для меня самой даже. Всего-то надо было поднапрячься немножко. Да. Не особо понятен финал, да? Но я так поняла, что еще не все. I wonder if they treated him as badly. Value collaboration as I do. Though I believe now that it was for the best. The sort of bold pioneering work that I am undertaking cannot thrive under the shackles of bureaucracy and regulation. Хартмана мы убили. Не знаю, он испарился. Показали, что он испарился. Белая дымка такая была. Может, он куда-то исчез, потом опять придет. Ну, продолжение контроля я еще не видела. Вроде такого и не наблюдается. На горизонте. Что за озеро? Которое поглотило озеро. Вейк однажды вернется. Я так поняла, что Уэйк эту всю историю написал. Это его воображение. Given my acute awareness of what awaits within, my meticulous preparations, and my considerable education, I believe myself much more prepared than either Tom or Wake. I should be able to cross into that dark realm with the chance to return as they have. All that remains is the dive itself. It frightens me, I admit, but such is the burden of the truth seeker. I will take my plunge into the dark tomorrow, with only the light of knowledge to guide me. It is time for a breakthrough. Until I return. Ну, он надеялся, видите, на лучшее. Получилось, как всегда. Он хотел по-хорошему, получилось, как всегда, по-плохому. В день, когда произошел паводок, рок-группа «Старые боги» Асгарда репетировала в поле за пределами фермы Андерсов, принадлежащей членам группы Одину и Тору Андерсона.
Оба музыканта в том момент находились в состоянии сильного опьянения, являющегося результатом многодневного распития самогона собственного приготовления во время празднования фестиваля оленей. После эвакуации горожан из затопленного поля к шерифу Баррикеру обратилась Фрейя Андерсон, дочь Тора Андерсона, с просьбой проверить, все ли в порядке с ее отцом и дядей. Баррикер переехал на ферму Андерсонов и обнаружил, что музыканты живы, но им требуется медицинская помощь. Том был поражен молнией, а Один выколол себе правый глаз. Возможно, это отсылка к норвежским божествам. Они утверждали, что сражались и доблестно победили темную армию и когтистые ведьмы темную армию. Так, которая поднялась из озера Колдрон. Хотя это и невозможно проверить, но событие имеет отношение к повторяющимся АМС в Брайт Фоллс и на озере Колдрон. Один и Тор были внесены в список лиц, представляющих оперативный интерес. Ну, на озере дом, да, был, где Ойк находился, прятался. Вроде, да. И чё? Это чё? А, это где держали. Короче, это еще не конец. Ну, это финал. Это, друзья, финал. Финальчик. Финальчик уже готовый. Да. Пытаюсь от них скрыться. Рейнджера, короче, одного оставила. Ужас. Ужас. Я его кинула. Кинула рейнджера. От него ничего же не останется. Ну, как так можно? Вот смотрите, они сейчас здесь появятся, да? Здесь появятся. Спустись вниз с небес. Ну, я не знаю, но все, наверное. Так. Вот. На этом, наверное, игру закончим. Вот такая запись получилась. Сама хочется еще куда-нибудь сходить. А что получилось-то опять короткое видео? Как и с теми боссами. Коротенькая, да, ведь? Угу. Нам еще хотят предложить какие-то заданица. Управление крупной цели. Перейти в пневматику, управление пневматикой. Управление пневматика. Шутите? Непонятно, как туда попасть. Прямого пути нет. Чтоб раз и там. Еще время 19 минут. Мне дали 19 минут на эту миссию. Я, кстати, ни разу еще не делала миссию бюро, которая мне вот так вот выскакивала резко.
которая резко выскакивала. Там вроде по какой-то лестнице надо, да? Или нет? Отсюда попасть в пневматику. Наверное, очень легко и просто. Просто мне надо немножко подумать. Чё? Да, зачем он мне нужен? Наверное, где-то сверху. Может, и не сверху. Ошибка уведомления, конечно. И пока найдешь ее.
I heard you closed the Hiss portal, or whatever it is we're calling it. Now, if we could just flush out the stragglers. So, what's next for Simon Arish? Well, first off, I'm banning all slide projectors. Seriously, though, we need to research it, not the entire fuck. I think Pope would agree. Certain people in the Bureau. And I'd like to make these HRAs. They're not stylish, but... I don't think anyone will complain. Not after this. Marshall's been missing for a while now. Any ideas where she could be? Yeah, I told her. Did you? But, she was by herself. В смысле, Маршал уже давно. Понятно, что она умерла. Мы же... Странно, почему этой информации... У них нет. Маршал, что умерла. Так. Jesse, good to see you. We've got Dylan situated in his containment cell like you asked. I've got medical staff running tests as we speak, and I'd be happy to walk you through the details later. Other than that, what's next? With the slide projector turned off, the Hiss are shut out, but we're stuck with the ones already here. We can't lift the lockdown until they're all eradicated. If any Hiss ever got out, that would be the end of everything. Eliminating them all will take time. Look, I'll do what I can on my end, but my research is progressing slower than I'd like. I think I can help with that. I am making you the head of research, effective immediately. I want you to use everything the Bureau has, every resource, every confidential scrap of data, and find a way to keep the Hiss out for good. That's... Really? I mean, yes, yes, I can certainly... Yes! Она уже говорила ей об этом. You'll do great. Besides, I didn't really have anyone else lined up. Когда мы в городе были. I'm honored, Jesse, really. Thank you. Короче, ничего нового. Ничего нового. Расследование, технический коридор. Так, что она не может встать туда? Технический коридор. Так. Сейчас, подожди. Как мне в технический коридор-то попасть? Через сюда? Или... Может, там были? Может, там вроде были? Тьму я не заметила, что ли, там? Оставшуюся. Так, какая тут дверь?